Максим, мы прыгаем, мы не понимаем. Мы могли стоять там, конечно. Могу сказать, что здесь очень много было людей и до сих пор очень много людей, как бы настроенных немножко пророссийски. Я считаю, что все, любая точка зрения имеет право на существование. Просто я сюда пришел только для того, что здесь также есть люди с другой точки зрения. И я считаю, что все точки зрения должны учитываться, чтобы не было никаких конфликтов между людьми. То есть я сюда пришел поддержать тех, кого меньше просто, и все. Мы здесь стоим для того, чтобы не было никаких провокаций. И для того, мы стоим для того, чтобы присоединиться к России.